Итак, всем огромный привет, начинаем новый влог, и влог начинаем в моей ванной комнате. Сегодня я покажу свой такой повседневный ритуал в плане того, что как я собираюсь, чем я сейчас смою голову, какие продукты ухода я использую, и в принципе покажу это отчасти в действии. И сегодня будем с вами собираться, потом покажу свои продукты именно косметические, часто возникают такие вопросы, и потом у нас будет интересное такое продолжение влога, мы поедем к Рите в гости и будем с ней гулять по золотому яблоку. Итак, я вам показала сейчас свои продукты по уходу за зубами. Это мои любимые зубные пасты на данный момент, которым я пользуюсь, ополаскиватель и также эрригатор. В общем, чистим зубки. Далее я умылась уже перед этим и теперь протираю лицо тоником. Тоник я по-прежнему использую тот же с предыдущего видео. И я умылась сегодня вот таким вот гелем, именно для жирной кожи, но иногда я его использую, потому что у меня сейчас чуть появились прыщи, поэтому мне это актуально. Далее я сейчас буду наносить свои, уже могу сказать, любимые патчи. Мне очень понравились патчи, новинка это от Alex Skin, я очень люблю этот бренд, мне нравятся маски, у меня есть несколько масок от бренда. И, соответственно, я увидела, что у них появилась новиночка, новые патчи, я просто не могла их не заказать и не попробовать. В общем, наносим патчи. Что касается патчей, как я сказала, это новинка, гидрогелевые патчи с пептидами и морскими водорослями. И эти патчи в основном, то есть основной такой эффект идет, это разглаживание морщинок, снятие отеков, припухлости и темных кругов под глазами. И, кстати, честно говоря, я вам говорю, что у меня, в принципе, да, есть синяки под глазами, это понятно, это моя такая основная проблема, но отечности у меня как таковой нет. Но сейчас я все-таки стараюсь пить больше жидкости, потому что у меня с этим раньше были проблемы, и я заметила, что иногда у меня все-таки есть небольшая отечность, и патчи действительно с этим справляются хорошо, и мне очень нравится, что они прозрачные, их даже можно наносить, допустим, куда-то вы едете, и вы знаете, потом вернетесь домой, будете делать макияж, то есть можно их нанести, они классно выглядят, не бросаются в глаза, очень даже понравился такой формат. По поводу, кстати, нанесения патчи, как правильно наносить патчи, мы наносим патчи под глаза и в течение 10 секунд придерживаем, чтобы они зафиксировались, и потом уже держим 10-15 минут, не нужно держать патчи дольше, иначе можно навредить себе. 10-15 минут достаточно, чтобы кожа увлажнилась, и то есть отечность у нас также спала. И я, кстати, всегда еще патчи наношу на межбровку, тоже хорошо разглаживает, поэтому это такой вам лайфхак, если вдруг кто-то не знал, то патчи можно наносить. Ну, в принципе, патчи можно носить не только под глаза, но и на мимические морщинки, я вот наношу именно в межбровку. И пока патчи работают, сейчас расскажу вам немного по уходу за волосами, что сейчас использую. Первый шампунь от бренда Elsef, недавно его заказывал с рандеву, кстати, хороший шампунь, хорошо работает, понятно, силиконный, все дела, но для моих обесцвеченных волос такое нужно, и периодически я то более таким профессиональным пользуюсь шампунем, то этим. Также второй шампунь от бренда Kundal. Я его также покупала на iHerb, по-моему, его заказывала. Сейчас, конечно, это невозможно сделать нам, но сейчас его можно приобрести в Litual. Шампунь, кстати, классный. И здесь у меня тонирующий продукт от Concept у меня есть. Мне нравится и шампунь, и маска. Придает такой приятный розовый оттенок волосам. И также мне советовали вот такой вот продукт. Это, в принципе, тоник. А пока я никак не рискну, но именно этот оттенок очень хвалят. Но его, конечно, нужно смешивать, наверное, с шампунем. И наносить так, чтобы дозированно, чтобы не переборщить. Поэтому я пока побаивалась, но многие его рекомендуют. Далее у меня маска для волос от Estelle, нравится, хорошо работает, также с рандеву хочу еще заказать пару продуктов, а именно по уходу за волосами, и потом поделюсь впечатлением. Также у меня в уходе всегда присутствуют маски от Alex Skin, у меня здесь сейчас их две, и, к сожалению, сейчас пока они не представлены в продаже, очень жаль, очень скучаю, я, знаете, прям растягиваю удовольствие, у меня совсем по чуть-чуть осталось масок, и жду, когда они появятся вновь. А также здесь у меня сухие шампуни, мне советовали девчонки попробовать Dove, действительно, мне он понравился, и также здесь у меня два шампуня с RefGov, тоже мне очень их советовали, рекомендовали, вот я взяла, буду пробовать, потом поделюсь впечатлением. Для мытья волос всегда наношу свой любимый бальзам от Concept, мне кажется, с ним волосы намного мягче, легче расчесывается, прям обожаю. Также по рекомендации покупала вот такой вот продукт от Tiji, но, честно говоря, кстати, много лет пользуюсь этим маслом для волос от Fructis, мне очень нравится. Так, патчи у нас поработали, прошло у нас 15 минут, и сейчас мы с вами наносим мой привычный уход, это Arave
крем под глаза и также крем для лица. И что касается эффекта патчи, действительно ощущение прям невероятной увлажненности под глазами. Немного высветлили мои синячки патчи. В общем, люблю. Как я сказала вам, что еще также продукт снимает отеки под глазами. Я использую продукт холодным, храню в холодильнике. И когда у меня есть такие проблемы, тоже прям заметно. Действительно, отечность становится меньше. Итак, наношу свои повседневные уходовые продукты. Это крем под глаза от Аравия и также крем для лица. Хорошо все распределяю. Мне очень нравятся тоже эти продукты. Уже не в первый раз их повторяю. И, соответственно, сейчас крем у нас впитывается. И пост я буду наносить макияж. Макияж я наношу прям на крем. То есть я не использую больше никаких дополнительных всяких праймеров для макияжа. Прям хорошо ложится все. Отлично, я использую BB-крем. Ну, в общем, чуть позже сейчас вам покажу все свои продукты, именно декоративные, которыми я чаще всего делаю макияж. И, в принципе, с которыми вы видите меня в роликах во всех. И пишите, кстати, как вам такой формат, потому что я привыкла к таким стационарным видео, а тут именно формат влога. Я все-таки стараюсь сейчас чаще снимать, потому что хочется чего-то такого разнообразить, там больше о жизни. Понятно, что там не касающийся какой-то личной жизни, а просто, в общем, там про питание, про уход за собой. Мне кажется, тоже для разнообразия это очень даже интересно, поэтому пишите, будет интересно. В общем, по эффекту патчи мне действительно понравились. Есть такое приятное ощущение прям увлажненности области под глазами, прям супер. Итак, мои дорогие, процедура вся ухода каждодневного за собой у меня на сегодня окончена. Сейчас высушила волосы и буду делать макияж. Но макияж, наверное, уже не буду снимать, потому что получится уж слишком долго, так как, в принципе, сегодня у нас много с вами еще всего интересного. Я еду сегодня к Рите, мы с ней погуляем в Золотом Яблоке, все это вам покажу. И, в принципе, хочу поделиться отзывом на патчи от бренда Alex Skin. Мне патчи действительно понравились. Во-первых, мне понравилось, что они прозрачные, классные, я иногда очень люблю. Особенно, когда-то, если мы едем за город или утром, допустим, я еду и понимаю, что потом еще чуть позже я буду делать макияж, я люблю наносить патчи. И эти патчи смотрятся максимально, знаете, незаметно. По поводу эффекта, действительно, патчи хорошо увлажняют. Я храню патчи в холодильнике. И если есть небольшая отечность, то патчи хорошо с этим справляются. И по поводу синячков под глазами, я действительно ощущаю именно эффект легкий, такой выбеливающий именно моих синячков. То есть потом проще мне уже консилером перекрыть свои такие недостатки. Ну и плюс хорошее увлажнение, потому что основная проблема у меня это я использую плотные консилеры, чтобы скрыть свои синяки под глазами. И, соответственно, очень сильно страдает область под глазами. Поэтому я большое внимание уделяю именно уходу за этой областью. В общем, мне понравилось. Я вам ссылочку оставлю. Я заказывала на Wildberries. Продукт представлен и на Wildberries, и на Озон. Поэтому проходите, смотрите, где вам будет удобнее приобрести. Я заказываю, как сказала, обычно на Wildberries. И также очень люблю масочки от бренда Alex Skin. Очень мне нравится. Сейчас у меня две. Я вам показывала их. Вот такие вот две маски, это Pure & Shine и также моя любимая ночная маска. Обе они мне нравятся, эту я использую на день, эту на ночь, также в течение дня даже могу использовать, если мне нужно прям такое классное, активное увлажнение. Но, к сожалению, пока их сейчас нет в наличии, надеюсь очень, что скоро они появятся, поэтому мониторьте, смотрите, как появятся, очень рекомендую, потому что они крутые. Вот, и сейчас, кстати, я вам покажу свою такую базовую косметичку, именно чем я сейчас буду делать макияж, и уже эффект макияжа вы увидите, в принципе, когда я приеду к Рите, и также мы с ней будем снимать видео, слепые за тест, еще интересно, то есть, в принципе, там вы сможете оценить мой такой повседневный макияж, сейчас покажу, какими продуктами я его делаю, потому что в основном у меня одни и те же продукты, и часто спрашивают, и какие тени у меня, какой тональный крем, какой блеск у меня на губах, поэтому сейчас все вам расскажу. Итак, что касается именно макияжа лица, и первый продукт это у меня BB-крем Миша. Часто поступает запрос, девочки спрашивают, какой у меня тональный крем на лице. Красиво блестит, в хорошем смысле блестит. Хорошо, очень натурально выглядит. Это Миша, 23-й тон, обожаю. Это, наверное, уже пятый флакончик у меня, упаковочка как минимум. А далее, что касается ресниц, у меня сейчас вот такая вот тушь от Faberlic. Она мне очень понравилась, Next Level. Классная тушь, здесь идет силиконовая кисточка. Но я делаю девчонки акцент, что у меня, в принципе, от природы длинные ресницы. И они от природы у меня подкрученные, то есть они мне не прямые, поэтому мне хоть какой тушью намажу, будет одинаковый эффект. Но я думаю, что вот эта тушь многим понравится, потому что действительно эффект она дает. Консилер мой любимый, must have, я думаю, если вы меня смотрите, знаете, это Catrice Liquid Camouflage, и это у меня оттенок 0.20. А тени сейчас использую вот такие от Faberlic, это у них, сейчас я вам не скажу артикул, это такой самый у них светлый, сияющий оттенок, что там связано с сиянием, красиво выглядит, вот он у меня в основном на глазках в последнее время.
И также дополняя его вот такой вот палеткой. Так, наверное, не смогу уже, в общем, открыть. От Essence вот такая Rose, но это уже, по-моему, снятая палетка. Добавляю под бровь вот этот оттенок. Вот, что касается бровей. Я заказывала вот такой вот гель для бровей. И действительно, гель хороший, такая маленькая кисточка здесь. Но я в основном его использовала без теней, без карандаша. Просто укладывала бровки. И иногда вот таким вот карандашом подрисовываю брови. Но, кстати, хочу сейчас ответить на вот этот злободневный вопрос, касающийся моих бровей. Что мне не идут мои брови, потому что они темные, волосы мне светлые. Уважаемая редакция, хочется сказать так. У меня от природы брови черные. Черные. И что касается того, что в некоторых видео они были чуть темнее, потому что я ходила на коррекцию бровей, и ощущение, вот мне их именно подкрашивали там, где чуть не достает бровей, и кажется эффект, что как будто они стали намного темнее. Но на самом деле они у меня черные от природы, и это так кажется контрастно, потому что я обесцветилась, волос стал белый, и, соответственно, так это бросается в глаза. Но со своими бровями я ничего не собираюсь делать, уж точно их осветлять и выбеливать я не собираюсь, потому что это мой натуральный цвет бровей, мне нравится. Мне нравится эта контрастность на вкус и цвет, как говорится. Но я в своих видео не спрашиваю ничего касающегося своих бровей, совета я не спрашивала по бровям. Если я так хожу, значит, мне нравится. Вот. И последний раз я поговорю на эту тему. Если мне будут еще писать по поводу бровей, девчонки, не обижайте, я буду просто блокировать. Просто реально надоели уже. У нас нету каких-то стандартов. Привыкли сейчас к вот этим вот накачанным губам, сделанным ресницам, сделанным бровям. И типа это, знаете, у нас прям вот только так должно быть. Есть и что-то натуральное, знаете. У меня, допустим, на лице все натуральное. Ресницы и брови, и губы, и все остальное. Я не собираюсь ничего делать с этим. И, соответственно, я не собираюсь под какие-то стандарты подходить, я такая, какая я есть. Не нравится, это как бы не мои проблемы уже. Вот, что касается губ, это у меня Luxe Visage Pinup, мой любимый матовый блеск, оттенок 18. В основном он у меня всегда присутствует на губах, это этот оттенок. И что касается румяшек, у меня вот такая вот палетка, такие румяшки, хайлайтер, наверное, от Revolution. Уже не подстерлись у меня так хорошо по оттенку, кстати, вот, возможно, вам даст какую-то информацию, это вот здесь, наверное, есть оттенок. Я просто, видите, смешиваю их между собой, и получается так классно, и золотинка, и розовинка, и все вместе вот так вот получается. Вот это, в принципе, сейчас моя такая базовая косметичка. У меня, конечно, очень много косметики, много теней, но вот сейчас, вот в последнее время я пользуюсь вот этими продуктами. То есть все, что вы видите в видео у меня на лице, это вот оно. Вот, в общем, я пошла сушить волосы, краситься, и встретимся с вами уже в гостях у Риты. В общем, поедем к Рите. Будем там снимать интересный контент. Поэтому продолжайте смотреть это видео. Итак, я еду к Рите. Хотим с ней увидеться наконец-то. Так, всем привет! Всем привет! Телеграм меня угадали, да, куда я приехала, к Рите. Сейчас будем снимать с ней. Ну, прямо это, да. Ты не оригинальная, ты не создала интриги. Я сначала написала просто, куда я еду, мне написали в Литуаль. Или за посылкой, я думаю, ну я не еду за посылкой. Да. В Литуаль? Так в Литуаль. Вот. Не в Литуаль сюда. Ну, творит. Смотрите, как тут красиво. У тебя, кстати, много карт, да? Моя вот эта любимая тема. Да. Метафорические карты. В общем, сейчас будем снимать. Да. Классные всякие карты. Мне нравится тактиль, вот это вот ощущение, эти карты перебирать, прям манит меня вот это даже визуально. Очень люблю поэтому карты. Ну, ты знаешь, не все, я могу сказать, некоторые по качеству, конечно, отстой. А некоторые прям вот эта серия, вот она очень классная. Коллекция. И мне очень нравится. Нет, ошибись. У меня, кстати, вот такие тоже есть. Какие? Я просто поставила для красоты. Ну, знаешь, не то ты поставила для красоты, будем честными. Нет, там я взяла с этой коллекции страхи, потом деньги, и вот это «Раскрой себя». Вот мне понравились эти карты, они прям откликаются как-то у меня вот эти вот с девушкой. Прям есть что-то. Страх у меня аккуратнее. На, иди свою девчонку рассказывай. Я, кстати, подсадила это в группе. Девчонки мне пишут, мне даже подруга написала. Я, говорит, стала загадывать желания на эти карты. У меня несколько желаний прям так же исполнилось, как на этой карте. Прям подсела, говорит, на эти карты. Такие красивые. Да. Прям даже... Ага, сейчас, сейчас. Они даже тактильно такие классные, прям глянцевые. Очень красивые. Они прям, знаешь, вот их трогаешь, и кайф, кайф. Да, здесь пришли для тех, кто с образами не сильно. Прям, да. Здесь еще вот так. Да. Как интересненько. Здесь у нас примерно стола. Какой же
Вон говорит этот парфюм-бар. Я, кстати, тоже хочу разобрать свои отливанты. Слушай, ты знаешь, хорошее дело. Да порой забываешь. Да, порой забываешь, что там потом опять обновляешь. Ну как порой? Порой всегда. Регулярно. Это как я несколько раз покупала ароматы вслепую, у меня были отливанты. Потом думала, вслепую я купила. Много всего интересненького. Если ты их не помнишь, значит вслепую. Кстати, арабеск, сафари. У них, по-моему, даже такого сейчас нету. Продажи или есть, но чуть я его даже не помню такого. Это арабеск, сафари. Подожди, а это тот арабеск? Или другой какой-то арабеск. Их несколько. Урт-Райан, кстати, классно. Ой, нет, судя по всему, тот. И, кстати, знаешь, они плохо. Даже не знаю. Так, сервируем. Какая красивая жидкость. Такой цвет флакона. Обожаю просто такое все морское. Да. Я, кстати, из вот этой вот, от этого бренда видела у знакомой какой-то гурманский аромат. Точно не помню название, что там с гурманик. Вот интересно мне попробовать его. Думаю, даже вслепую, что ли, взять. Ты знаешь, вот вслепую не надо. Лучше попробовать. В Ревгоше, по-моему, у нас. По-моему, в Ревгоше, да. Мы сегодня в Золотое Яблоко еще сходим. Там еще посмотрим, что интересное есть. Просто грех быть возле него и не сходить. Я бы на том месте постоянно там была каждый день. Знаешь, не поверишь, ни разу не ходила. Переходить неудобно. Вау, как красиво, супер. Черри муск мне тоже может понравиться, судя по названию. Так я же его тебе и подобрала. Да. Я, кстати, тебе много ароматов из коллекции своей подбирала, но не взяла их, потому что поняла, что у тебя не есть. Допустим, ты у меня ассоциируешься с Амуаш. Интервью. Ой, не Интерлюд, а с этим, Имитейшн. Имитейшн, Фантомас. Вот эти все ароматы я бы взяла, но я знаю, что они у тебя есть. Обожаю. Также пачули. Я когда вижу где-то пачули, я тоже думаю, что тебе, возможно, понравится. Почему-то я ассоциирую, что тебе нравится пачули. Вот именно такое пачули. В общем, все сейчас будем смотреть. В общем, мы пока пойдем пить кофе. Потом еще вернусь. Телефон, сейчас, наверное, поставлю, чуть позаряжу. Так, все. А что из этого еще классное? Прям вот мята мне понравилась. У меня очень. Есть... стадия 17, стадия 23. А у меня, мы тестировали, могу отдать отливантик. Он очень похож на Hermes Vache, который вот раскидывает. Ага, поняла, да. Слушай, я уж не помню. Они такие прям природные в своем звучании или нет? То, что для помяти прям такой? Нет, все-таки это только аромат? Нет, по нему судить я бы не стала. Как? Чем пахнет? Да? Спасибо. Чем? Ничем. Бумага. Какой-то вообще невнятненький. Это вот, вот он, вот да? Вот этот. Что-то как-то меня не впечатляют они. Вот я вот этот Bohemian Lime пробовала. Он какой-то такой прям унисекс, больше мужскую. Еще какой-то я брала. Этот прям похож на Atar Collection. Как будто они, не знаю, реально друг другом вдохновляются и все. Тексла Тырик. Тырик. Джульетта. Тоже нет. А как тебе, кстати, Герметик? А я учусь, нет, тоже не знаю. У меня вот этот мне понравился. Прикольная ванилька Ванды. Амбер Би. Знаешь, где они были? Были в Эль-де-Баты. Они были в Эль-де-Баты по 3,5 тысячи. Я на Ламоде тоже дешево их брала. У меня они даже лежали практически. Сколько-то там из них, штук 6, наверное. Фиг Фэвер я себе вот недавно инжир в Золотом Яблоке тоже заказывала по хорошей цене сотку. Ну, сейчас уже не очень. С Форман Джей у меня как-то все служит. Мне тоже. Что-то как-то... Нет. Вот, кстати, вот насчет этого бренда многие хвалят его. Какой-то из них... Халва Кис. Неси, пожалуйста, на блотер его. Прям его так хвалят, что он такой... Разные объемчики, да? Угу. Ценник малявочки тоже у них хороший. Малявочки по 5-100. Давай я у тебя возьму. Чем тебе пахнет? Вот этот халва кис.
как-то... У меня сейчас вопрос, это у нас носы сломались после стольких ароматов или он не такой? Я думала, он будет гурманский, сладкий. Ну, он и будет. Чем-то, наверное. Наверное, будет вообще не очень такой. Вообще ни о чем. У кого, кстати, есть, пишите. Ну, очень молекулярно в таком случае. Прям вообще ни о чем. Мы его с тобой сейчас не слышим. Причем обратил внимание, как это лотер стоит, просто немножечко на лице. Тоненькие. Вообще, короче, не впечатлю вас. Колбаки. Сандала полезла рассудить. Я думаю, что прям гурманика будет. Вроде я и слышала такой отзыв, что это гурманика, но что-то какая-то слишком легкая гурманика. Мне кажется, это одно и то же, нет? Нет, я его уже вспомнила. Ну, сейчас чуть-чуть сладость какая-то кисленькая пробивается, но вообще еле-еле. Ну, вообще давай нет. Попробуем. В смысле? О, тут еще роллер. Ну, еще и роллера можно найти. Нет, нельзя. Нет, что-то как-то нет. Ну, что-то и другое ничего пробовать пойдем не хочется. Дальше. Да ну, что-то. Штука-то. Это, кстати, что-то новенькое, да, по-моему? Ну, такое ощущение, что флакончики позаимствовали. Это у них такой дизайн? Это не жизнь, как будто не жизнь. Юпобитые. Да, ты еще не видела жизнью побитые флаконы. Ой. Это как будто специально так сделано, или это просто они так стерлись? Я думаю, что нет. Я думаю, что вряд ли это стилистически. Просто ужас, какой у них внешний вид. Хочешь? Не хочу. Это какой-то не очень. Слышь, это какой из них? Первый. Они что-то все какие-то. Ут, Вуд, Амбра. Все у них в таком направлении. Ну, флакончики от Байреда. Да, тут крышки поменяли. Ну, нельзя. Такое же качество. Не прямую. Слушай, ну, качество. Флакона. Что-то как-то, наверное. Мне, кстати, какой-то из них понравился. По-моему, вот, ну, так, по-моему, этот. Ничего. А так мне нравится очень табака. Где он? Мне нравится. Если я брала малышку, сейчас мне сотка приехала. Слушай, да, миндаль я засунула. Приятный такой, бокс, необычный миндаль. Ну, не все, конечно. Кубика, но она такая больше как домашняя. И из черной линейки. Из черной линейки. Шару, по-моему, нет, который из черной линейки. Слушай, так мало стало. Прям это подразобрали. Ричард, тебе как? Никак. Вообще, вообще никак. Мне интересно. И какие-то тоже. Ну, что-то не видела такие. Я тоже не видела. Вечер, да, что-то как-то химозненько, вторично все. Ну, ты знаешь, сейчас вообще проблема вторичности, она прям, честно говоря, уже, ой, что-то я вообще это касаюсь. Она прям подзадалбливает уже вот эту, мы сделали все в эту сторону, одеколон, прям колон-то такой. У нее морковкой пахнет, нос у нее уже сломался. Нос у нас сломался еще часа три назад, мне кажется. Такой легенький, да. Слушай, ну никакой, не ролки. Горчи. Не ролки, даже не сравнить с Бобо. Он такой прям очень тихо звучащий. Еле-еле уловимый. Это Беса. Слушай, я его закидывала всю линейку в Левантах себе. Я ее выложила. Какая я молодец, что я ее выложила. Наверное, черный. И вот это должен быть более-менее, судя по цвету, яркий. Мы с тобой сейчас усилим. Ты вот это, да, наносила? Пустим. Вот этот или этот? Этот. А сейчас я темный наношу. Беса Дорадо. Беса Дорадо. Они все бесы, только... А, одно слово добавляется, да? Название Беса, это, видимо, бренд Беса Бич. Дыши. Давай я у тебя заберу. Тут у нас блотеров много. Да. Все не ограничивают.
сахар жженый. Но опять же не ярко. Как-то так. Я думаю, что а кому интересно автор сих произведений? Потому да, что прям жженый сахар. Акварельно. Акварельный жженый сахар. Чем тебе еще интересно? Ты будешь ничего не скажу? Кстати, в направлении на меня бакары. Вот это жжет. Какая-то есть. Бакаристость немного. Ну, прям на минималках разбавлено. Ну, без шафрана. Капля на литр. Без этого да. самого. Без... Ну, видимо, все-таки в это направление полез. Хотели. Путь полез. Прям такой путь полез. Конечно. Так, подожди, тоже руку не хватило. Ну, будем слушать, хочешь? Угу. Давай еще один. Давай темненькие посмотрим, потому что со светленькими, видимо. Прям, о, да, сандал желаете 33-й? Прям лилабу, да? Прям лилабу, сандал 33. Прям один в один? Прям один в один. А так можно было, да? Опять, в общем, да? Я говорю, это не бакары стопудово вдохновлялись. Бакару они хоть разбавили. Да. А это прям один в один. Залить так. Ну, цена-то смотри. Нет, 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 Маша, это вот этот. Вот этот? Без негра. Это вот этот был. Сандал 33. Ну, цены знаешь ли? Каналы. Как бы. Для вдохновления. 12 700. Вот. Так же, как 6 300 у Морфа. Маленькая. Морфа. Я тоже не поняла ценообразование, но... Да, Сантал 33 добрый. Прям вечер. Один в один. Вот кто хотел. Ты же побольше. Чья это кожа? Что, андалеза, что ли? Ну, какое-то животное даже есть тут. Не просто кожа. Подожди. Это кожа. Она чуть-чуть животная. Если не просто что-то. Но это быть. Тоже макалуки, да? Да. Это у нас кожа. Классика, стандартная все. Дольче Габбана. Вот это что-то бренд мне как-то. Такой. Вот это что-то а как-то. Я вот его как раз, угу. Вот эти номерные вещи, что-то они меня отпугивают. Вот я поэтому и не пробовала, так пару попробовала. Все на этом. И пошла дальше. Карлов. А я как-то особо и не тестировала. Ну что, по-черному? Давай попробуем. Можно этот не наносить даже. Роузвуд. О, да. Ирис Дор, кстати, интересно. Давай с ним начнем. У нас лимит носов уже исчерпан. Ой, магнитная крышка. Это как-то такая более припадная, бутиковая линейка. Она бюджетная и более дорогая, да? Маш, мы с тобой сейчас бюджетную, наверное, пока не услышим. Потрогай. Ну, такая увесистая прям крышка. Нам надо что-нибудь такое убойное. Крышка хорошая. Да. Крышка хорошая. Ирис. Да, мне что-то пока спиртовая подходит. Ирис Дор. Моему носу, по-моему, пришел конец сегодня. Что отдаленно, слышно, отдаленно, издалека. Ты знаешь, я думаю, что здесь не только наши носы, я думаю, что раскрытие, наверное. Либо, опять же, много маленького. Какой воздушный. Ну, вообще, конечно, ассоциативно, да? Брутальная темная линейка. Ирис. Карелия нет. Знаешь, я не могу ничего сказать. Табак. Вот табак. Его, по-моему, просто переодели. Или он был красный. Мы хотим его? Не знаю, не знаю. Хотим мы его или нет. Блу матча. Мне как-то она не очень. Мне, кстати, Пейден Лондон есть. Кожаный мне подарила. Хочешь? Подписчица. Нет, это, кстати, не знаю, мне подписчица подарила кожаный, который синий. Он прям амбролайзер, и вот все вот в этом направлении. О, я вижу этих красавчиков, которым хотели посмотреть. Сейчас пойдем. Да. Это, кстати, Мона Лиза, по-моему, Бакара. Тоже все, опять же, вторичное. Слушай, ну что-то Бакара сегодня прям на крышке везут. Ой.
TikTok. Слушай, правда, валерьянка прям вот самая. Капля зеленина. Вот. Где не чистая валерьяна, а капля зеленина. Какой-то... Сейчас какой-то... Сейчас какая-то животинка для меня появилась. Мне очень приятно. Видите? Пованивать начала. Единичка. Так, я хотела... пальцем с чего начать, я буду просто... А где этот, который хотела попробовать? Бывает. Ты можешь? Смотри. А, нет, он без снимаешь. Какой там выбирала? А, вот, One More. И вот уже давай с инжира начнем, да? Начнем, да. А то мы сейчас в такую вот темную жидкость войдем и выйдем отсюда. Инжир и... Инжира, конечно, много уже, но... Не чайный, смысл, прям чай. За ним фрукты делаю. Я бы не сказала, что это прямо на старте уже. Я чай ощущаю. Может, фруктовый чай. Фруктовый чай? Да. Но инжира я пока не чувствую. Давай мы сделаем вот так. Давай сюда. Сейчас они полежат, раскроются. А я пока нанесу. Давай по светленькому пройдем. Давай. Хочешь? Давай. Яркий. Конфетами будет пахнуть? Конфеты. Конфеты вообще это, да? Это химозные лимонные конфеты. Лимон какой-то, я не знаю. Ну, с кожей, что ли? Ой, там... Там мускус пошел. Причем такой грязный. Как-то не знаю. Не очень. Давай мы его положим. Может быть, его кто-то возьмет послушать. Это, вот это плохо. Вот это так. Откровенно плохо. Не натурально звучит слово совсем. Ты знаешь, ты к нему так лояльно отнеслась? Не натурально? Фигово он звучит, Маша, фигово. Рубия. Сыпре. Чем будет пахнуть? А я уже не знаю. Тут вариантов. Кокос. Какая-то липкая сладость. Знаешь, такой искусственный ароматизатор, да. Кокоса. Угу. В отдушках крема. Это вот этот вот аромат. Как-то не очень. Давай к инжиру вернемся, пока мы. Инжир пока был самый приятный. Оп. Да, его не слышно. Ну, чай. Легкий. Ну, блин. Он как-то не мешало звучит. Знаешь, он симпатичный. А, мы нишу смотрим. Да. Я тормозну. 12-15 тысяч ценник. Он знаешь, чем пахнет? Он пахнет апельсиновой советской жвачкой. Может, когда ароматизатор апельсина был не апельсин. Да. Где инжир, у меня вопрос. Где его дели? Куда его спрятали? Выбирай. Кого? Мне вот это давай. Мне интересно все-таки, какой он. Говорят, что это One More. Что он такой мягкий, гурманский. Если можно так сказать. То, может, мне сейчас сэкономили 15 тысяч, пойдет сразу хотелка. Знаешь... По-моему, я вот эти первые меня как-то уже насторожили. Ну, как бы... Гурманская. Да. Нет, гурманика есть. Цитрусы, кстати, есть, как будто лимонная гурманика немного. Не явно выраженный, вот но цитрусовый. Пирог лимонный, да? Открывается. Ну, если выбирать между им и бейк, а так лучше акра взять. Я согласна. Слушай, он более интересный. Вот, может, конечно, у меня нос куда-то опять ушел, но у меня ощущение, что он так балансирует на грани гурманского пирога лимонного и какого-то коноплянного аккорда. Может, сам лимон дает такое ощущение, горчинку эту, как будто травность. Ну, блин, я лучше возьму, блин... 30 миллилитров бейк и все. Буду довольна. Что-то это как... Что-то еще хотим отсюда? Давай розовый, ну пожизнь. Давай. Что? Вдруг мы уйдем, а мы самое интересное не послушали. Слушай, ты не теряешь надежды. There is a place. There are places. Розочкой запахло. Угу. Роза. Шиповник, может, даже. Нет.
Нет, алкогольная роза. Немного роза. Я думаю, это спиртовый стоп. Я его приукрасить пытаюсь, ты понимаешь? Ты не льстишь откровенно. Слушай, ну и полезно это... На каком там... Моноаромат розы. Ну да. Причем такой никакой. Не очень. Мы старались как могли. Маша такой вообще старал. Выгораживать. Выгораживать. Что-то как-то... Ну давай уж подумаем. По ходу пьесы, а то как ты сказал, да, вдруг мы с вами интересно. Это у нас... Блин. Господи, он еще. Слушай, он так льется, интересно. Засними, это надо заснять. Обострой. Слушай, я вся в нем. Здесь такой ландыш. Смотри, какие волосы. Ах. А представляешь, такой приехал к тебе. Кстати, что у нас там было такое вот? Весна-весна. Слепых затестах. Он даже близко. Да нет, это тубероза сейчас. Ну, это вообще белый цветочный букет, жасмин. Жасмин, да. Он пытается индолить. Ну, вот это... При нанесении струи. Звучит интереснее. У него какой-то вайб такой интересный. Слушай, ну, наверное, вот этот самый интересный, да? Давай вот снимем его. Лёрды, нет. Как-то белые цветы начинают сверлить мозг. Цвет, конечно, прям. Да. Звенеть начал монотонно. Слушай, они, кстати, все линейно-монотонные. Обратил внимание, да? То есть у них такое, такая пирамидка, я бы ее в линию. Давай. Лалабай. Что ты ждешь от колыбельной? Ну, нежная, наверное, должна быть. А что ты ждешь от колыбельной этого бренда? Химозин какой-то. Мы чем-нибудь удивимся сегодня? Вот и удивились. Что за гадость? Слушай, у меня везде на старте спирт. Спирт, просто бумага пахнет спиртом. Это... Я аж прям опьянела аж от него. Желтенький такой. Natural Flames. Слушай, ну это плохо. У них может быть с желтыми плохо. Давай посмотрим. Конечно. Теперь желтый. Ты пытаешься. Тут даже ждать ты не знаешь, что. Слушай, кстати, я бы не сказала. О, какой он красивый. Я бы сказала, что флаконы красивые, они странные. Нет. Живую что-то не очень люблю. Живую, да. О-о-о. Че? Ну, слушай. Куда-то смотри, чем пахнет? Удом. Поганый, очень дешевый удом. Не очень приятная древесность, так скажем. Фу, нет, не нравится мне. Вот, пожалуй, троем. Я даже не так, сказала, и что, все? White? Тут остался. Этот мы тестили? Я не знаю. Нет. White. Мы вот этот смотрели? Да. Да, русский. Такой пыльный. Да. Вот прям терпкий, пыльный. Терпкий. Полынь, слушай. Пыльная придорожная полынь. Ну, химическая полынь. Фу, тоже нет. Ты успокоилась? Да. Все. Сколько мы тебе сэкономили? Ну, как минимум. Кстати, да, мне тоже было интересно. Тоже интересно. Тут сейчас найдем. Тарина 22. Мне еще интересно послушать. Тарина 21. 23, 24, 25 есть? Ты сразу скажи, в какой последовательности. Какой-то из них прям должен быть яркий. Я начну наносить. Цитрусовый. Слушай, Маша. А, вот. 40 узлов. Начинаем с него? Вроде как он морской должен быть. Ты знаешь, я слышала, что он достаточно мужским воспринимается. Ну, в любом случае, мы с тобой... Ой, распылитель, конечно, классный. Сейчас приведу в эстетический порядок. Держи. Ну да, он прям мужской. Лаванда. С солью, соленая, да, лаванда. Соленая лаванда.
собой. И еще расходится все больше и больше. Для меня немного какой-то пеноборительность у нее есть. Прям мужского для меня. Кстати, на девушке, ну, не знаю, конечно, под настроение, но прям такой мужицкий. Ты знаешь, у нас уже была интересная история с Сержоком, когда я себе заказала... Я сейчас сделаю вот так вот. Слушай, команданта. Я заказала команданта, причем там, наверное, не вышел еще этот ролик. Спасибо. Я заказала отливать себе команданта по пирамидке. То есть посмотрела. И я его, сейчас раскроется, нанесла на руку сразу. Такая красота. Я всю ночь в запястье сейчас утыкалась уже... носом. Ну, все сейчас помягче стало. Мы с Элей делали обзор на него, и мы нанесли на блотера. Вот прям мужской, одеколон, автошей. На руке вообще-то. Слушай, ну я не думаю. Даже не знаю. Он прям мужской, ты действительно правильно что-то автошей. Похоже на что больше. Скажи мне, что это. Тарина, я хотела 21 и 22. Что-то тебе принципиально с чего начать? Да, без разницы. Это Тарина 22. Темный. Он какой-то из них должен быть прям цитрусовый такой, лаймовый. Тебя по цитрусам принесло? Хочется что-то необычное найти. Лето кончается. Да. Фу, я прям нос себе намочила. Терпится, как будто табак. С цитрусами. Да прям и есть. Прям он сигареты. Он чем-то немножко на Вильгельма похож. Прям влажные сигареты, когда ты сажался. Прям ощущение, да, мокрого табака. Прям вот, да. Не, что-то я не очень мне как-то. А 21-й, интересно, как? Это мокрый табак у нас. 22-й какой, может, он? Ой, 21-й. Может, он будет интереснее. С одной стороны, расстраивает, что вам ничего не нравится, с другой стороны, немного радует. Меньше хотела. Как-то... Вот, наверное, вот это уже, да. Говорила. Это. Но мент вот. Здесь она интереснее звучит. Мента. Да. Здесь тоже здесь красиво. Здесь пятигрейн похож. Здесь не мента. Значит, здесь пятигрейн зелень. Угу. Но он такой освежающий. Он очень освежающий. Да, прям такой сочный, 21-й. Мэму. А тебе этот замок-то в итоге как? Какой замок? Снежный белый, или как он там назывался? Winter Palace? Да. Мне он понравился. Я сколько раз пыталась его купить, но как-то почему-то меня постоянно что-то останавливало. Он мне нравится, но как-то да. Что-то а сейчас потом смотрю, что там его нет в наличии. Вот я смотрела, наверное, вот у Патлеванты. Что-то здесь его тоже нету. Ну как-то, чтобы прям вау, нет. Мало. Кстати, я хотела вот из вот этих вот послушать голубую эту линейку. Помело, Ривьера, по-моему. Слушай, а у тебя вчера про это спрашивали? По-моему, да. Давай посмотрим. Давай какой. Посмотрим. Pink Me Up. Да, у тебя про это спрашивали. Так. Красивый цвет, кстати. Кто лучше твой канал смотрит, ты или я? Заявка на подписчиков. Слушай. Ой, эти блестки опять. Да? Слушай, с кусками прям такие. Вот такие. Большие кусочки. Что-то из детства не находит. Сначала карамельками запахло, потом ягоды и почули как будто. Слушай, ну. Вторично. Очень. Я бы сказала, десятично. Знаешь, он на что похож? Он похож на вот эти водички, которые... Это вот про него. Ну, скажем так, он лучший представитель этого бренда. Вот вообще не лучше. У него цвет, конечно, флакон, наверное, самый красивый. Да. Да, прям грейпфрут Ривьера Санрайз. Интересный такой. Он прям расходится в натуральный цитрус, да? Прям совсем не туристичная корка цитруса с белой, я не помню, как она называется. Интересно, как он будет на коже, не уйдет ли он? У тебя же есть место, да? Сейчас дам. Хочу вот этот вот, который... Да. Addictive Vibration. Да, я теперь его хочу. А эти все тебе не нравятся, да? Я, кстати, когда собиралась к тебе... Что-то нет. Я хотела привезти тебе шоколад.
вот эта вот шоколадная женщина. Сначала хотела тебе, потом думала, блин, ты же не любишь этот бренд. Думала, ладно, не буду его подбирать. Знаешь, мне вот более-менее вот этот вот танцор нравится. Не помню, как он называется. Дэнсер, который... Соу Дэнсер, да. И мне он нравится, опять, как приятен в холодное время. Интересно, кстати. Причем я не очень понимаю, почему он маркирован мужским, причем если такой он прям маркированный мужским. Я лишний люблю это. Я прям упиваюсь ей. Прикольно, да? Индия, вот это вот, индийская вера, меня душит. Я не слышу половину пирамиды, она у меня выпадает. Тебе лишок нанести? Ей не надо мне нанести. Я уже ей, обоняние. Я уже ей, да, попиваюсь ей каждый день. У меня душит она. Слушай, она прям цианидная такая. Но она меня так не высверливает мозг со временем, просто жуть. Вот это у меня есть, ну такая легенькая. У меня половина пирамиды идет в слепой зоне, а вторая половина у меня тоже душит. Вообще интересный аромат. И, кстати, там сахара много. Да, тростниковый сахар. Там прям так он, и есть в пирамиде? Да, он тростниковый сахар. Он похож на этот, дьявольские интриги. Да, точно. Дьявольские интриги мне нравятся больше. Мне тоже нравится. Если я вечером фирменную взяла, то мне хватит ее за замуж, но она лучше звучит. А этот тебе как? Бакарян? Бакарян, да. Вообще. С карамелью только. Все, мне сначала понравился, пока бакара еще не совсем надоела. А сейчас... А я знаешь, что делаю? Я их убираю. Я их положу в коробки, убираю все кирки, вот эти с Андромеды. Маринка, будем пробовать? Давай, что ты? Ты про нее что-нибудь знаешь? Фруктовенькие, цветочные, что-то как-то отзывы такие, прям я восторженных отзывов не видела. Слушай, а он правда наш, да, вот этот бренд? Ну, еще вроде все. Как говорят, что да. Что-то у нас прям за него, Маша, не буду тебе портить контент, как вам скажу. Маша, это захейтили. Персиковое пюре, знаешь, вот это вот, нектар синтетический персиковый. Ой, а что так люксовое? Вообще скучно. Знаешь, 27 тысяч. Travel версия 7 мл, 3500. Скучно. Стоит. Ну, ты он черный? Я думала, жидкость черная, это касса. Нет, это сам флакон крашеный. Жидкость черная у этой, как ее, у Леди Гаги. С когтями. Так, он здесь внизу был. Мы все исправим. Что-то я не чувствую. Где оно? Мне его советовали. Оно не пахнет. Оно ушло 3 часа назад, Маша. Когда мы с тобой ушли. Ты мне надо попробовать. Я же хочу слушать. Слушай, а говорят, там вообще ром такой мужской, да? Вообще не слышу. Короче, бросай. Вода, водой, тюльпан. Вода, спиртом? Да даже спирт, даже нос не чекает. Эти крышки прямо аж слетают. Вот и боя, хотела бы пираты в контризер. Если сейчас понравится, прям куплю. Не сейчас. Давай ты его послушаешь, когда у тебя нос отдохнет. Хочешь, я на цену несу, у тебя же еще есть где-то местечко. Ну как-то карамель какую-то я ощущаю сейчас. Древесную. У меня деревяшка и... вискарь. Ну, не сказать, что вискарь прям яркий. Или это я понимаю, что мой нос притупленный, но тем не менее, я ожидала прям такого взрыва алкогольного. Ну, кстати, белый лучик напоминает. Нет, чуть-чуть. Ну ты че? Ванильный. Ты его опять что сладким слышишь? Чуть-чуть сладости я слышу, мы с тобой разошли. Как я море сейчас... корабли пираты. Так это допили вместе, а мы прили всех просто. Вот, кстати, слушай, файл. Он кожаный, но это вообще красавчик. Кожа, да. Кожа есть, чувствую. Поэтому я тебе сказала про белугу, потому что я кожу почувствовала. И ваниль. Тут есть сладость, подожди, карамельность. Подожди, ты про какую есть... белугу? Кюр-белуга, да. Ты там кожу чувствуешь? Да, замша там еще. Замша и ваниль. Это же, он уже, в принципе, там замшевый. Вот такая мягкая замша с ванилью. Ванили, что ли? Ванилька, да, она такая герленовская, прям яркая. Там грилла? Слушай, ну не то, чтобы я прям захотела плакать. Я, кстати, думала, что больше мужской будет, а он вполне себе любому.
так пугали, что прям вот такого куда его носить. Промилашка-милашка. Я хочу синее сердце. А что из этого еще интересное из Аткинса? К чему стоит присмотреться? Знаешь, у меня 24-й этот самый стрит. Bond Street? Да, мне нравится. Слушай, я вообще уже ничего не слышу. Хочешь? Хочу, но не могу. Да, вот это, слушай, это большая проблема. Лер, ну, можешь хотеть. А, подожди, стоп. Он же может быть коричневым, да? Табак. Мне Нирвана нравится из этой линейки. Да, такая классная, как кокосы на пальце. Слушай, я сейчас на эту штуку подсела. Во-первых, мне очень нравится вот это. Да, кстати, прям да, очень нравится. У меня пробник тоже есть. Я когда заказывала, я думаю, что они металлические почему-то. Они как, стеклянные. Они, по-моему, они были металлические одно время. А это стекло, причем, смотри, какое красивое стекло. Угу. О, мне вот эту прислали на затест. У меня есть банан. Флакон. Да? Распыляри. Меня просили мнение без разнюха. У меня банан и еще один есть. Made in Kevin. Вот он. Такой у меня есть еще. Каша гречневая с молоком. Серьезно? Ну такой он прям молочная каша. Мужу пахнет гречкой с молоком. Ты хочешь? Нанеси, как тебе. Да. Слушай, ну а что такое пахнет? Ну такой, для меня домашний больше такой аромат. Кот так идти пахнет молочной кашей. Пахнет, да, хорошо. Такой вот он. Там нет пахнет. Sunny Not. Так, а что еще есть тут? Ты яблоко хотела пронюхать? Да, Может быть, мы его сейчас здесь и не найдем, кстати. Мы и так сегодня его понюхали, удивились. Наверное, знаешь, самое-самое. Ты про него говорил, синий? Да, напоминаю. Да. Нет, я его по-другому. Смотри, как эти. Угу. 27-87? Да. Нет, вообще, почему я его по-другому слышала? Сладко-цитрусово-терпкий какой-то. Да, но он у меня попкорновый, у меня маленький пробничек. Так, а тут... О, это что такое? Майкл Корс, смотри. Что-то интересное, новенькое. Майкл Корс. Что, кстати, вот по-моему, вот этот Корс на них валит. Первый раз вообще вижу. Нет, слушай, симпатично. Помнишь? Это у нас голосящий такой. Давай в Корс. Да, давай я тебе. Многим не нравится. По крайней мере, встречала обзоры. Уже что-то даже знаешь, не слышу. Почему нравится, мне очень не нравится. Серьезно? Мы не можем сейчас быть объективными, но тем не менее. Люкс, ты слышишь? Люкс сборный, такой, да. Сборный люкс на все, что есть. Мы продолжаем. Тома какой-то. Здесь две линейки, они выиграли. Мне вот это нравится. Слушай, цена. Может попробовать через. Ну, как-то нет. Давай, ну, приятный, кстати. Тебе. Ну, люкс. Он замылился, кстати. Да. Ну что, попробуем. Что... Ой, крышки цвета. Давай, наверное, вот так, да? Это серебряный. Это мэн. Мужской. А я слышу, что это мэн. Прям мэн. Там классический, стандартный, мужской, да. А женский, наверное, тоже будет так же пахнуть, банально. Классическим мужским? Нет. Слушай, что-то я, может быть... Держись.
Вообще никак. Но я надеюсь, что это тесты на какие-то вещи. А я еще так хорошо нанесла на этот момент, чтобы мы не с тобой точно не слышали. А ты права, оказалась? Вообще тоже ни о чем. Ни о чем. Кстати, вот этот прикольный флакон сверху. Майкл Корс. Я допрыгнул до этого прикольного флакона сверху. Потому что на голову меня, не упал. Или ты не веришь в мои прыгучие способности? Вот теперь выбирай, да? С головой начинает уже кружиться от этих ароматов. Сейчас пойдем с тобой прогуляемся немножко. Это все магнолия, что ли? Прям цветочный такой, пудровый немного. Чувствую, я потом два дня не буду подходить к ароматам после сегодняшнего дня. Мы с тобой устроимся. Знаешь, обычно так и бывает. Кажется, что не будешь, потом ты еще на ночь там принесешь. Слушай, цитрусовый, цветочный, магнолия. Угу. Кисленький цитрус. Ну, такой. Люкс, Люксович. Я не ошибаюсь, да? Причем оба, по-моему, Кюржан сделал и фланкер, и этот. Я любитель этих, куча этих скандалов и всяких. Лаванда. Угу. Такая прям мягкая. У меня такие миниатюрные, такие огромные, да, прям они, девушки. У меня полтинники. У меня и это есть полтинники. Эти тоже две. Знаешь, на что похоже? Фортовская лаванда. Да. Экстрим или как там назывался? Абсолютно. Лаванда, да. Слушай, прям один в один. Мужской такой. Да, мужской и девушка. Чуть мягче, слаще лаванда. Чуть мягче, чуть слаще. Темная. По-моему, вот этот ноги хвали. Да, с листочком. Новинка какая-то, Million Row. А, ну вот смотри, новый, да? Да. Женский, мужской. Да, вот этот, наверное, женщины говорили. Слушай, а что здесь поинтереснее такое? Поинтереснее. Здесь, по-моему, тоже лаванда. Это тут понятно. Что-то мятное, тут, по-моему, вот зелень какая-то. Мят, а за ней что такое сладкое? Прям сладкое-сладкое. Угу. Вообще не секс. Как танжерин. Такое что-то цитрусовое. Очень даже девушке он подойдет. Это. А да? Надо своим дамам купить самое. Друга. Ага. Так, это у нас что? Опять то же самое? А, я его, по-моему, тестировала. То же самое, только в профиль. Маскинки мы выбрали. Разные. Да, слушай, красивый. Почули, он стоял сам. Угу. Да, что-то уже как-то и не сильно хочется слушать. Ну да, вот он прям это, не секс. Почему, знаешь, такой классный на пляжный аромат. Угу. Приятный такой. Приятный, прям очень приятный. Итак, мои дорогие, я уже дома. Хорошо, мы так с Ритой посидели, погуляли по золотому яблоку. Скоро, кстати, будет еще одно интересное видео, где Рита подбирала мне ароматы. И один из ароматов, который она мне подобрала, это был аромат от Кинзост, это вот новой линейки, которая называется Nuit Tatami. Мне он безумно понравился. Здесь я вам ставлю картиночку, я просто показываю вам пудру матчевую. Очень хочу его приобрести и думаю, что я его приобрету. У нас получается сегодня уже следующий день. Вчера я была у Риты. И сегодня я планирую поехать в Золотое Яблоко его приобрести, потому что смотрела на сайте. На сайте указывают, что мне его доставят только в августе, там в первых числах августа. Но я хочу прямо сейчас его уже получить. Я думаю, это, наверное, связано с тем, что там идет подарок, еще косметичка. И, соответственно, наверное, в магазине нет этих подарков, поэтому будет со склада доставка. Но мне эта косметичка не нужна, она у меня уже есть.
Поэтому сегодня, думаю, поеду в Золотое Яблоко, но быстро так съезжу, сразу зайду, возьму и все, снимать ничего не буду, ничего не буду тестировать, просто чтобы забрать аромат. Надеюсь, он там есть, еще остался, вчера он, по крайней мере, был. Вот, и надеюсь, я им овладею, вот, и уже в следующем влоге поделюсь с вами своей новиночкой. Вот, на этом я с вами уже прощаюсь, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеюсь, оно было интересно, видео получилось очень длинное, но мы так хорошо погуляли, протестировали ароматы, в общем, я думаю, вы любите такой формат. И спасибо, что смотрели это видео до конца. Всех вас очень-очень люблю. Пока-пока.